Ну что, друзья, очередная трагедия в российском шоу-бизнесе. Рано утром нам сообщили о том, что этой ночью произошла авария в Красноярске. А группа артистов, в которой находился всем известный российский актер театра и кино Роман Попов, попала в аварию. На данный момент Роман Попов находится с серьезными травмами головы и позвоночника в одной из больниц города. Как это все происходило, сейчас выясняют сотрудники полиции, и родственники Романа Попова уже выехали в ту больницу, где находится актер. Надеемся, что к утру у нас появятся подробности, друзья. Поэтому подписывайтесь на наш канал, так как мы первые сообщим вам о том, как это все произошло. Следите за нашими новостями, будьте всегда с нами, друзья, и не забывайте, что на нас необходимо подписаться, чтобы не пропускать каждое утро интересные новости. Берегите себя, родных и близких.